Первый этап пройден. Привет. Мне сказали, чтобы я больше рукой не махал. Кто тебе такой говорил? В прошлый раз я был единственным. Можешь помахать. До кратера Мон. Самый большой в Израиле. Есть еще два из них. Большой и маленький. Красивейшее место. Начинается лунный пейзаж. Ой, мне уже и так хорошо. Чуть не косуля. Это что-то ослик или что? Что он тут делает? Лошадь. Ух ты, смотри, как бежит. Это дикая лошадь приживает. Я думаю, что так для понта просто сделали, чтобы не затаптывать. Кто хочет проверить? Во всяком случае, воронок от взрыва что-то не видно поблизости. Камни. Можно побросать туда булдыжников. Все, что там оставалось. А потом уже нормально стоит. Наша еще подгребает. Загреб. Это русло ручья. Мы в горы когда ходили еще в России, там каски все со строек перли. Вот такие это считалось самое хорошее. Вы оптимисты, ребят. Большой оптимист. У тебя и туфля. Только дорожные велосипеды. По шетаху. По шетаху, да. Сейчас попьешь чаек, скушаешь. Смертельный ручеек под названием... Никто не знает, как называется. Как назывался этот кошмар? Каркаде? Смертельная галька в ручье. Надо по карте посмотреть, как он называется. Ребята, ну без этого был бы маршрут неинтересный. А? Ну, кстати, мы многому научились. Два раза быстрее. Просто. Не сравнить. Ты... Что я такого испытывал, когда Какая? Так, ну что, все, последний чайник, да? Третий не будем делать? Ну. Ну давай запьем. Мы прибыли на конечную точку нашего маршрута, лагерь Бейрут. Вот теперь можешь помахать. Доехали. А сколько времени? Жалко, надо было еще подняться на Мицферову.
свидания.